и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. Сегодня я хочу рассказать вам о своих впечатлениях от куклы Ginger and Cinnamon Holiday at Home. Это кукла 2020 года, но вышла она совсем недавно, в августе 21-го. И посреди августа мы перенеслись в Рождество. И немного пообщавшись с этой куклой, я хочу рассказать вам о своих впечатлениях от нее. Сам образ мне безумно понравился. Я обожаю Джинджер. Джинджер — это второй молд из линейки Поппи Паркер. И для меня это настоящая домохозяйка 50-х. Это вторая кукла на этом молде, и обе они мне очень-очень нравятся. У нашей Джинджер очень красивый цвет волос, огненно-рыжий. Прическа собрана в высокий хвост, такой сверху хвост, да, передние прядки, и все волосы завиты крупными кудрями. Украшена прическа зеленым бантиком. У куклы зеленые глаза и красивый макияж. Такие серо-голубоватые тени, стрелки черные, длинные-длинные ресницы и коралловая помада. На щечках легкий коралловый румянец. У куклы интересный аутфит. Это шелковая блузка с меховой оторочкой и леггинсы с люрексом. На ножках у куклы салатовые босоножки сабо с открытыми пяточками и с бантиками на носике. И ленточка в волосах такого же цвета, как и туфли. Леггинсы безумно блестящие, они похожи на новогоднюю мишуру, на новогоднюю елку. И все это выглядит очень празднично и ярко. Это одна из самых ярких и цветных кукол вообще из всей моей коллекции. У куклы интересные аксессуары. Во-первых, конечно же, это граммофон. Он в чемоданчике, и к нему можно прицепить ножки, он будет на ножках. Также в комплект входят три новогодние пластинки. В моей коллекции есть еще одна кукла из очень похожей серии. Это Поппи Бонбон. И у нее тоже в комплекте была пластинка, и я примерила эту пластинку на граммофон. Она отлично подходит, она такого же размера, как и пластинки новогодние. Поэтому репертуар будет более разнообразный. Только ленивый не сказал про собачку, которая входит в этот комплект. На самом деле, такая собачка у Integrity Toys уже была. И насколько я помню, тогда не было столько разговоров об этой собачке. Но выглядит она действительно очень смешно и немножко крипово. У нее точно такая же прическа, как и у куклы, потому что здесь сверху собран пучок и зеленый бантик, прям как у Джинджер. Собачка очень смешная, потому что на самом деле это не бесформенное нечто. У нее есть ручки отдельно, отдельно ножки, и там где-то прощупывается тельце. Но она вся очень волосатая. Но самое смешное, что в ней есть, это вот эти уши. Они по бокам, как у обезьянки, не совсем как у собачек. И на шее у нее ошейник, точно такого же салатового цвета. И на ошейнике есть золотистый медальон. Глазки сделаны из бусинок черных и вышит черный носик. Милейшая собака, выглядит очень странно, но смешная, веселая, мне она нравится. Также в комплект входит чашечка с какао и с маршмеллоу, красная рождественская чашечка. И у этой куклы очень красивые украшения. Это рифленых два браслета кольца, они немножко похожи на шестеренки, и браслет на замочке, на цепочке с большим количеством разных медальончиков. Точнее, их два варианта. Это золотистые металлические круглые медальончики и красные бусинки. Выглядит тоже очень по-новогоднему, очень рождественски. И брошка. Это астролист, рождественское растение. Оно золотистое и с красными бусинками. Мне очень нравятся брошки Integrity Toys. Они классные, они красивые, они могут разнообразить любой аутфит. Маникюр и педикюр у куклы в цвет помады красивого кораллового цвета. Как я уже сказала, кукла мне очень нравится, она очень красивая, но есть одно но, которое подпортило впечатление от этой куклы. Во-первых, я, конечно, сама в этом виновата, но тем не менее.
У этой куклы были сережки, маленькие колечки, которые штыльком вставлялись в ушки. Так вот, ушки у этой куклы были изначально не очень хорошо проколоты. И вместо того, чтобы взять иголку, хорошо проколоть ушки и только потом вставлять сережки, я решила проколоть уши прямо сережкой. И делать этого ни в коем случае было нельзя. Не знаю, по какой причине, обычно сережки у Integrity Toys очень крепкие, добротные. Но вот эти сережки были выполнены откровенно плохо. Маленькое колечко было припаяно вот к иголке, которая вставляется в ухо. И место спайки у меня сломалось, как только я вообще хоть чуть-чуть надавила на эту сережку, чтобы проколоть ухо. Они развалились. И, конечно же, склеить это уже обратно невозможно. И моя Джинджер стоит в других сережках. Это сережки от Поппи Паркер Суперагента, от одного из аутфитов. У нее две пары сережек, одни такие гвоздики, а вторые кольца рифленые. Вот в Поппи Суперагент у меня стоит в рифленых кольцах, а вторую пару я надела на Джинджер. Ну, конечно, это расстроило меня, но не то чтобы сильно, потому что я не могу сказать, что эти сережки были очень красивы. Они были абсолютно обычные, тоненькие, маленькие, ничего в них такого супер примечательного не было. Ну, знайте, что если что, надевать их, давить на них ни в коем случае нельзя, они очень просто ломаются. Граммофон сломал мне весь мозг, когда я пыталась понять, что же сделать с иголкой. Здесь такой странный механизм, здесь есть вот эта ножка, которая иголку вы ставите на пластинку, и место, куда надо эту иголку вставить. Я сначала долго думала, что ее надо как-то закрепить. Оказалось, ее надо просто наложить. Вы просто кладете ее на вот этот кругляк, и у вас иголка таким образом может перемещаться. Если вы надавите, да, на кончик, то иголка приподнимется. Если перестанете давить, она опустится. Ну, так она просто перемещается у вас по кругу. Выполнено очень реалистично. Это очень похоже на то, как действительно выглядит и двигается иголка в настоящем проигрывателе для пластинок. Очень клево. Есть здесь еще замочек. То есть вы можете закрыть этот граммофон и закрыть замочек. Замочек такой не для слабонервных, потому что это очень-очень сложно. Во-первых, вы сначала накладываете клапан, а вот дальше вам надо набраться терпения, потому что вам надо провернуть ключик. Провернуть ключик, чтобы он был в горизонтальной позиции и клапан у вас не открылся. Это такое, конечно, развлечение для терпеливых людей. Это кукла из линейки Поппи Паркер. Соответственно, тело у нее такое же, как у Поппи Паркер. Они легко меняются одеждой. И у нее плоская стопа. Плоская стопа, это, конечно, не совсем прям плоская-плоская. Она на маленький каблучок. Хотя недавно выходил сет с двумя Поппи Паркер. Одна на каблучках, другая с плоской стопой. И у нее были прям кедики. Потрясающие кедики, даже не кедики, это что-то вроде ботиночек, очень красивые, и на самом деле я даже хотела купить этот сет, но остановила себя, когда поняла, что я хочу его исключительно ради этих ботинок. Надеюсь, что однажды я их найду просто отдельно и куплю просто отдельно эти ботинки, настолько они красивые. В целом кукла мне очень понравилась, она безумно красивая, безумно яркая, праздничная. И на самом деле, когда я ее распаковывала, у меня было ощущение, что сейчас на дворе Новый год, Рождество, и мы собираемся украшать дом, ставить елку. Настолько у нее заразительный образ, что хочется уже развесить гирлянды, печь что-нибудь вкусненькое. И этот проигрыватель задал тон всей гостиной в моем кукольном доме, потому что теперь я хочу поставить туда ретро-мебель. И, кстати, совсем скоро выйдет новая рубрика на моем канале, где я буду показывать, как сделать мебель для кукольного дома. Обязательно смотрите эти видео, потому что я буду показывать очень-очень простые способы сделать красивую мебель, которая действительно похожа на настоящую, из материалов, которые очень легко приобрести.
Я как человек, который не умеет выпиливать лобзиком, то есть дерева там не будет, мы будем использовать другие материалы, которые очень легко купить, они дешевые и с ними легко работать. Поэтому жду вас на своем канале и спасибо, что посмотрели это видео.